Лучше предупредить, чем лечить. Каждый чебоксарец старше 21 года может пройти диспансеризацию в городской клинической больнице номер один, причем абсолютно бесплатно. Диспансеризация проводится раз в 3 года для разных возрастных категорий, а также для мужчин и женщин определен перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Так каждый сможет проверить содержание холестерина и сахара в крови, сделать электрокардиографию, флюорографию, маммографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. После прохождения всех процедур пациент получит паспорт здоровья с результатами обследования и рекомендациями.